Грузия заинтересована в возвращении на российский рынок. Об этом сегодня заявил премьер-министр страны Бедин Иванишвили. Он провел большую пресс-конференцию по итогам первых 100 дней работы нового правительства. Глава кабинета также пообещал, что Тбилиси будет строго следить за качеством поставляемой продукции. Речь в первую очередь идет о грузинских винах, ввоз которых в нашу страну был запрещен в 2006-м, как раз из-за претензий к их качеству. Напомню, что накануне в Москве прошел первый раунд переговоров о возможном возвращении этой продукции на российский рынок. И сегодня же Бедин Иванишвили заявил, что процесс налаживания отношений с Россией будет продолжен. Самое большое желание нового правительства Грузии – это нормализация отношений с нашими большими соседями, с Россией. Мы пытаемся наладить отношения. Вы знаете, что все начинается с рынков. Я в период предвыборной кампании говорил о выходе на российский рынок. Что я имел в виду? Прежняя власть, которая сейчас находится в оппозиции, искусственно блокировала этот рынок. Нам же российский рынок очень интересен, и наши усилия в развитии сельского хозяйства направлены на освоение новых рынков.